Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня снова видео на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Сегодня, пацаны, будет необычное видео, разговорное с вебочкой. Сегодня мы посмотрим первое видео про глобальное обновление. Всего будет, получается, 3 видоса, пацаны. Сегодня это первое видео, через неделю будет второе видео, и еще потом через неделю будет третье видео. Все это озвучил, получается, ютубер Вертеч, у которого 400 тысяч подписчиков. Но я вам напоминаю то, что я играю на Центральном Округе, это первый сервачок. Вся информация есть в описании под видео, вводите при регистрации мой ник и вводите мой промокод на 6 уровне, за который вы получите деньги. Этот видос находится на канале Arizona Games, я буду смотреть его без звука, потому что там его будет озвучивать Вертеч, я думаю, вам это будет не особо интересно, потому что многие смотрели это видео. Я просто хочу лично еще раз посмотреть и все прокомментировать, что мне понравилось, что не понравилось. Красивая заставочка, Родина РП, это в принципе все понятно, все красиво. Реально по кайфу. Здесь, получается, нас Вертеч рассказывает то, что это видео, дневники разработчика, туда-сюда, то, что будет 3 видоса. Это все понятно. Кстати, симпатичная заправка такая, Лукойл. Реально что-то на Питер похоже, хотя я в Питере никогда не был, но похоже. Здесь там просто на фоне показывают разные здания, разный маппинг. Ну, самое крутое, пацаны, я вам чуть позже покажу и расскажу, что мне реально понравилось. Здесь, в принципе, все выглядит красиво. То, что вот у нас такая речка, вот там, скорее всего, будет набережная. Все красиво, пацаны. Бля, я реально очень сильно жду глобальное обновление. Кстати, сегодня 31 число, завтра уже лето начинается. Это круто, пацаны. Надеюсь, хотя бы в июне уже выйдет глобальное обновление. Потому что у меня в июне день рождения, пацаны. И было бы круто, если бы уже в июне добавили глобальное обновление. Тут есть центр занятости, в принципе, где вы можете устроиться на работу. Здесь у нас показан вокзал, там NPC стоит, у которого мы будем квесты брать. Вот у нас получается Родина Ролеплей. Если что, пацаны, Родина купила, получается, карту у URM и полностью переделала. То есть они не просто купили карту и поставили ее, они ее переделали. Они ее глобально переделали. Вот у нас еще больница, такая огромная просто будет больница. Было бы круто, если бы все эти этажи были задействованы. Потому что хотелось бы, чтобы на Родине, когда выйдет глобалка, уже онлайн был 1000 человек. Это было бы реально круто. Вот серьезно, красавчики. Федеральная служба безопасности. Вот, получается, не на Volkswagen будет ездить. Скорее всего, и новый модпак, я думаю, будет. Хотя лучше бы уже глобалка вышла, насчет модпака, в принципе, пофиг. Вот мне, кстати, вот это очень сильно понравилось. Это, получается, ОПГ, я так понял. Вот машина ОПГ, там мотоциклы стоят. И здание, реально пиздато такое, четырехэтажное здание. Там написано «Ребята» или что-то типа такого. Реально охуенный, пацаны, маппинг. Вот маппинг реально шикарный. Еще рядом гаражик такой стоит, во дворах. Ну, реально круто, пацаны. Вот маппинг реально пиздатый. Надеюсь, будут еще новые системы, помимо маппинга хотя бы. Потому что маппинг, конечно, это хорошо, но хотелось еще новую систему увидеть. Военный завод Арзамас. Ага. Еще, кстати, полностью все работы переделали. Я вам это тоже сейчас покажу. Ну, в видосе. Вот, получается, будет новая работа грузчика. Вы сможете, как бы, и вот так вот ящики носить, пацаны. И сможете на машинке еще возить ящики. Я считаю, это очень круто. Вот реально, работу они полностью все переделали. Вот видите, такая машинка маленькая. У вас загружается коробка, и вам нужно ее отвезти на другой склад, получается. Вот это реально круто, пацаны, то, что они переделали практически все работы. Вот здесь лесопилка тоже переделана. Ну, реально по красоте сделали. Ну, серьезно. Блять, вот, допустим, даже сравним с тем же самым Амазингом. Ну, блять, Амазинг, типа, делал глобалку очень долго. Ну, так же самое долго, как и Родина сейчас делает. Но, блять, у них такого глобальных... Таких глобальных переделок у них не было. Понимаете? У них таких глобальных переделок не было. Да, у них тоже там переделаны были работы. Но здесь полностью карта переделана. Полностью. Ее просто не узнать реально. Кстати, вот это тоже мне понравилось. То, что вы сможете подержать на машине. У вас, получается, выскакивает меню. И вы сможете здесь покушать. То есть вам не нужно будет обязательно заходить именно в закусочную, чтобы покушать. Вы можете просто подъехать на машинке, на чекпоинт и покушать себе спокойно. Я считаю, это тоже очень круто. Вот интерьер, кстати, вот этот пиздатый вообще интерьер. Я не знаю, где этот интерьер будет. Возможно, это будет интерьер какой-то фракции, либо будет интерьер какого-то уникального дома. Ну, реально, интерьер этот охуенный просто. Я на скринах смотрел, я просто охуевал, типа, как они это сделали. Они закроют город, получается, южный, и сделают два города. Эдова и, получается, Лыткарина.
автошкола будет, соответственно, у нас в Арзамасе. Вот она, в принципе, автошкола. То есть основной город после ГО будет именно Арзамас. Сейчас основной город это, я даже не знаю какой, Южный, наверное, да? На родине. Сейчас основной город это Южный. А когда выйдет глобалка, основной город будет Арзамас, а Южного уже не будет. Вот это просто пушка, блядь. Ну как они это сделали? Смотрите, как они полностью переделали. Это Литкарина, по-моему, если не ошибаюсь. Или Эдова. Ну, короче, что-то из этого, я точно не понял. Смотри, как они полностью переделали. Будут домики пиздатые, будут пиздатые дороги, будут пиздатые здания, пацаны. Вот это я понимаю, сука, работа, понимаете? Но полностью все переделали. Вот реально красавчики, пацаны. Реально красавчики. То, что они закроют Южный, получается, и сделают вот такой вот Арзамас, и получается Эдова и Литкарина. Вот это реально, пацаны, охуенно. Мне очень сильно понравилось, буду удовольствием просто ждать, получается, следующую часть. Следующая часть выйдет через неделю. И я тоже, скорее всего, запишу реакцию. Я надеюсь, то, что вам это видео понравилось, потому что, я думаю, вам интересно, вы, ну, мое мнение узнать вообще по этому поводу. Мне все очень понравилось, в принципе. Реально будет очень круто, и я уже поскорее хочу, чтобы это все вышло. Надеюсь, хотя бы в течение месяца это все выйдет, и мы с наслаждением будем здесь играть. Все, пацаны, вся информация есть в описании под видео. Всем пока-пока.